Итак, стоило нам только проявить интерес провинции Оми, выдвинуть туда отряд. Сразу нам объявил войну Ода. Ну что, посмотрим, что они смогут нам сделать. Отлично, наши союзники Ходзё поддерживают нас. Не зря я заключил этот союз. Себя уже оправдал. Так, еще. Так, Уэсуги терпят поражение от Такеда. Там у них крутые разборки происходят. Так, а Ходзё еще, так понимаю, и с Такеда воюет. Сейчас проверим дипломатию. Так, пиратское нападение происходит, отступаем. Так, ну добьют сейчас несчастных их этих морпехов, так скажем. Будут грабить сейчас наши суда. Ну, так, интересно. Получаем еще. Так, сколько событий. Итак, мы изучили сущность духа. Я думаю, неплохо бы изучить лагерь, небо и землю. Так, подавили еще очередной бунт буддистов. Так, с порядком, похоже, все в порядке стало. Так, а вот теперь эта провинция на очереди. Наводим порядок вот железными руками. Так, здесь еще осталось. Ну, сейчас построится, в принципе, уже твердыня. Так что порядок будет восстановлен. А сюда мы можем через некоторое время вернуться и показать, кто тут хозяин. Так, во-первых, надо проверить, как там. Ну, а где Ода? Так, вот Ода, у нас одна провинция осталась. О, нам тут уже построили лагерь. Отлично. Так, высылаем срочно на помощь вам Сакеев. Нанимаем войска. Так, я думаю, Сигару с мечами и с луками нужны. Даже больше луки, я думаю. Так. Так, монах у нас стопает по назначению. Так, ну а ниндзя, я думаю, может быть уже направлен ближе к боевым, опять же, действиям.
Так, он потихоньку растет. Верность не растет. Так, надо честь Дайме как-то поднимать уже. Нужна срочно ему звезда. Так, получает спутника. Да, давайте шанс скрыться. И он у нас убийца. Убийца и связи с преступностью мы прокачаем. Так, приглядываем тут за Хонма. Вот они уже готовят корабль. Так, чиним тут корабли. Так, корабли, я думаю, можно вот выслать бороться с пиратами. Союз расторгнут. Так, это Ходзё. Да, Ходзё тут воюет. Тоже на все фронты, причем с нашими союзниками. Такеда. Надо подумать, не исчерпать могучая у них мощь. Так, ну пока мы не можем здесь давить на Такеда. Можем здесь только защищаться. И производить бронированных сахеев. Что, пожалуй, закажу одного. Да, все-таки Асигару выгоднее заказывать сейчас. Я думаю, тоже может выдвигаться на задание. Так, ниндзя здесь у нас, в принципе, задействованы. Ладно, продолжаем. Да, вот это поворот. Этого я, честно говоря, не ожидал. Честно, не ожидал. Ну что ж, давайте сразимся. Вынесем как можно больше. Жалко терять военачальника, конечно. Лучше бы плавал на море. Повелитель, наши ворота разбиты! Нам не удалось их починить! Онусира но тайшоу として,
誇らしく思うぞ。お主らほど幾多の合戦を経ておらんわしだが、この戦では皆を勝利へ導く。一歩たりとも後退せんぞ。わしは最後まで戦う。お主らもきっと同じ考えであろう。織田軍を見くびることなかれ。合戦となると奴ら規律も正しく頭も使う。心してかかれ。ここは実にすごいよのう。大屋島広しといえどこれにかなう城はないじゃろう。我が軍の力が加わらばその凄さが増すというものじゃ。今日の戦、お主らに不名誉は一切ない。お主らは一門の歴史に名誉ある一環を書き加えるだけじゃ。Так, было бы неплохо сделать вылазку. Знать бы, где они пойдут. Так, если с какого-то фланга пойдет меньше войск, их нужно будет быстро и качественно выносить сахэями, а потом возвращаться в лагерь. Ну, ладно, давайте. Так, Сигарода с луками. Самурая с Яри. Самурая с Яри. Так, вот там их явно больше. А вот два отряда стоят вперед. Здесь у нас Асигарода с луком, так. Мечники. Думаю, двух отрядов хватит. Давайте вперед, генералов кинем. Так, Асигара вода с луками. Можно попробовать их тут вырубить в воде. Их много там лучников, ну ладно. Так, здесь еще подходят, пока ров пересекут. Блин, как бы не побежали. Так, этих... Ну, пора уже возвращать обратно. Наши бойцы бегут с поля боя! Какой позор! Так, возвращаемся обратно. И... Ладно. Стоят тут. Так, ну тут идут самураи. Тут, я думаю, все понятно. Господин, наш отряд разбит. Так. Ладно, отведем, наверное, сахеев в башню.
наши бойцы бегут с поля боя. Какой позор! Так, все, заходим срочно в башню и гасим самураев, тут уже пробравшихся. Сказать, что особо удачно, ну ладно, слезаем, наверное, с коня генералом, будем сейчас воевать так лучники, у нас уже месяц в рукопашном, это не очень хорошо. Так, ну неплохо тут рубят, в принципе, сахеи. Таких бы парней, да побольше. Ну ладно. Попытка была, я думаю, неплохая, но где-то я затупил. Надо было раньше в крепость возвращаться. Так, ну один уже 200 тут нарубил. Так, смотрим, как убирают тут последние герои. Да, сахеи хороши, конечно, в нападении, а не в защите. Даже живой еще генерал как бьется, а? Все, номер последний. Ну, предпоследний. Да. Потеряли генерала, потеряли провинцию. Так вот были наказаны за свою дерзость.
Ну ладно. Юро отсмете оримас. Ода, значит, захватил провинцию Ига, я как-то это пропустил. Провинция потеряна, армия разбита. Все, короче, печально. Собираем новую армию. Копейщиков, я думаю, не повредит. Еще луки и мечники. Итак, провинция, которая хочет восстать. Так, сейчас нужно дать посражаться даймё. Так, тут порядок. Ну ладно, пусть тут стоят, вдохновляют народ. Так, верность у этого хорошая, вот у этого... Не очень. На троечку. Так, где тут у нас пираты шляются? Что у нас там происходит с Хонной? Но пока порядок. Попробуем выцепить пиратов. Да, достойная смерть была, но... Зря вы так. Так, денег бы раздобыть бы где-нибудь. Денег пока нет. Мятеж столько стоит. Мина но сики о такаме масуру. Тайхен кекко де гозаймасу. Цуги нару гоёбоу о омачи мошиагемасу. Так, нам понадобится 1000 рублей на следующий ход. О да. Прилично, армию тут они осмотрю. Да, потрепали-то мы их прилично. Так, все отряды остались целые. Что даже я не знаю. Фуру!
Блин, все, пошел, сейчас попадет в засаду. Давайте попробую отступить. О, он пошел на замок, нет. Вот сволочь. Да, вот и прилично тут. Дает прикурить. Что будем сражаться, выносить кого сможем. Замок. Жалко отдавать. Так, кто тут? С луками. Так, наверное, перемещусь-ка выше вот сюда. Так, попробуем тут их вырубить, что ли, на лестницах. Вау, 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 пошли стрелять. Так, давайте тут маленькие отряды вырубаем их быстро. Так, ну тут все, короче. Зря вышел. Так, ладно, отходим. Давай-ка, давай, заходи в крепость, если сможешь. Так, а самурая давайте рубите вот этих персонажей. Так, ладно, видимо, с Ахаями судьба тут выйти. Полководец в опасности, мой господин!
Так, ну прилично тут, в принципе, опять покромсали самураев. Я думаю, больше он у нас замков не захватит. Жаль, провинцию сейчас терять. Сейчас доход упадет, я думаю, прилично. Наши бойцы бегут с поля боя! Какой позор! Понятно, короче. Неплохо тут Ода выдал. Не ожидал опять от него, что он так далеко сходит. Так, аж три лычки нарубили самурая. 148 человек сел, но зато самурая. Красота. Ах, блин, что же делать-то с проклятыми Ода? Вот, смотрите, что у нас произошло теперь. С казной. Я даже не знаю, сейчас как быть. Надо отбивать провинцию, причем срочно. Но как это сделать? Непонятно. Плюс потеря торговых соглашений ввиду порта. Но сейчас попробуем. Блин, зашибись. Ураками, давай. Но я знал, что им нельзя доверять. Господин, мы управляем многими провинциями. И денег едва хватает на покрытие всех расходов. Все, я понял. Вот начались проблемы, так проблемы. Даже я отойду, чтобы не мешать Дайме получать свой опыт. Хотя... Да, лишним подмога не будет. Прекрасно, Дайме получает наконец свою звезду очередную. Так, и да.
О, вот это жесть. Из-за разорения теряем еще одно. Еще одну, так скажем, позицию чести. Да, все, короче. Все плохо. Итак, впереди враги, позади враги. Давай посмотрим, что он тут есть. Так, понятно. Есть монах, получивший уровень. Так. Перемещение. Да, паломника мы прокачаем. Так, наверное, одного все-таки нельзя. Лучше послать на разведку. Так, сейчас мы спешить точно не будем. Да, мощно высадил. Ода прям. Прям высадил, высадил. Все непонятно где. Денег нет. Зашибись, короче. Так, какие тут бунты поднимать, вообще пока ничего не светит. Армию срочно переправляем. Так, денег на диверсию нет. Что делать, непонятно. いつでも戦えますぞ。光栄に存じまする。光栄に存じまする。 Как так можно было прощелкать? Но я просто себе этого не могу простить. Все просто, все нам порушили. Я не желаю. Так, сейчас подумаю, что это, что же делать. Так, я думаю, временное строительство замка пока отключу. Это поможет нам продержаться некоторое время. Итак,
Да, пора строить храмы. Не знаю, попробую выманить вот этим отрядом, а потом отбить нашу крепость. Не знаю, других не вижу пока пути. Ураками. Что же вы наделали ураками? Сейчас, я думаю, они лишат сначала этой провинции. И сюда бы неплохо назначить вассалом кого-нибудь. Отличная идея. Насчет вассалов. Поднять честь дайме. Так, ладно, конец хода. Но мы отступаем. Сгоняются за ним. Дошел ведь. Ваша армия так велика, что казна уже не выдерживает нагрузки. Спокойно. Захват новых провинций может окупить затраты. Еще один способ – занять своих людей другой работой. Вы также можете поднять налоги, однако это часто провоцирует народные волнения. Так, чуть-чуть ниндзя не доходит. Да, воды. Так, отбираем свой замок наконец. Так, ниндзя отправляется делать гадости. Чуть-чуть не доходит. Опять военный порт пострадает у нас. Так, попробуем. Да, сейчас вернуть все утерянные связи. Добро пожаловать. Присаживайтесь и поведайте, какое важное дело привело вас сюда. Так, сначала будем торговать с теми, у кого деньги есть. А у кого есть деньги? Надеюсь, наши переговоры будут успешными. Итак, сообщите нам о ваших желаниях и намерениях. Вот эти хоть 500 рублей, что ли? Вообще никак. Тюсюкабы, давайте тюсюкабы, богатенькие были. Надеюсь, наши переговоры будут успешными. Итак, сообщите нам о ваших желаниях. Отлично. И намерениях. Перейдем на более серьезные суммы. Прекрасно. Сейчас мы отобьем, я думаю, свои потери. Да.
12 тысяч, 14, я думаю, 13 тысяч. Отлично, договорились. Так, Кикава. Я не желаю. Кикава, я думаю, через ход 2 нападет. Все, не. Я вас, конечно, выслушаю, но сердце подсказывает мне, что добра от вас ждать не приходится. Так, хорошо. Ну, даже было полезно, наверное, потерять этот порт, чтобы восстановить связи за деньги. За такие приличные суммы. Ладно, берем 13 тысяч. Прекрасно. Так, кто у нас остался неохваченным, так скажем, Уисуги. Так, ну Уисуги скоро, я думаю, кончится. Я вас, конечно, деньги есть у Уисуги, но сердце подсказывает мне, что добра от вас ждать еще не приходится. Тысячи неплохая цена для двух провинций. Так, Мацуда. Добро пожаловать. Присаживайтесь и поведайте, какое важное дело привело вас 4 сюда. 4000 дают. 5000 дают тоже. Хоть и 10. 10 уже нет. Ладно, соглашаемся на 7000. Так, ну что, я думаю, сейчас война пойдет нормально. Сразу чиним тут все дела. Храм строим. Так, в столице, конечно же, монастырь. Так, и вот здесь тоже монастырь построим. И вообще везде монастыри надо построить. Сейчас-то уж можно. Так, здесь мы, наверное, будем СХФ с нагинатами нанимать. Нанимаем еще войск. Здесь, я думаю, так, мы видим тут пиратский флот, что, наверное, с Агаром отсюда. Так, ну а тураками тут, надеюсь, никаких подлых поползновений не будет в сторону наших факторий. Не знаю, на что тут рассчитывают. Ураками такой ситуации. Так, давайте-ка везде войска нанимать. Блин, боюсь потерять сейчас пару провинций придется. Или вообще, давайте мир заключим. Повоевали и вы хватит. Здесь словно честный воин у ворот. Пожалуй, лучше иметь дело с вами, чем с убийцей, лезущим через стену. Так, отправлю я, пожалуй, своего ниндзя сюда. Продвинутого.
Не дошел чуть-чуть. Так, ну классно, в принципе, тут сыграли. Ну, сыграли. Так, и один ниндзя у нас отправляется, да, вот сюда. Чёрт, я тут никого не вижу. Так, а Бессё у нас ещё существует? Бессё. Чё, врагами, что скажете? Может, мир? Итак, что же вы... Так, топим, наверное, корабли вражеские, которые убегают. Так, вот что, рискну пойти в атаку. Делаю конец хода. Так, ну это понятно, что мы сдаем ее. Хочу повоевать, что ли, чуть-чуть. Ладно, давайте авто, не будем тут мучить. Так, его там пошел обратно. Зашибись, не дошел. Прокачанный стратег, походу, генералу Ода очень далеко ходит. Или это я ему там дорог понастроил хороших. Так, я там видел, выползла армия ураками из лесов. Опять торговля чуть прекращена. Что за дела-то? Так,
Попробуем добить его. Все, отлично. Выносится у нас. И новый военачальник, конечно же, мы его берем. Следующая твоя задача — это взять вот этот город. Ну что, господа Ода, このに従います。 Так, ну что, тут одного очка для счастья, что ли, не хватает? Не доходит. Давайте вот солдат пришел. Зашибись, тоже не дошли. Что, сейчас восстание, что ли, будет? Всем бы этого нам не хотелось. Не. Не доходит. Так, и мы можем по новой тут заключать торговые договоры. А как, кстати, их разрывы? Довольно. Посмотрим, если деньги у тюсака. Но кто знает, быть может, она принесет нам пользу. Посмотрим. Да, сейчас у них, наверное, денег нет уже. Все, отдали нам в прошлом ходу. Ладно, поищем других партнеров. Говорите, но даже и мечтать не смейте, что одни лишь голословные убеждения так, смогут переменить наше мнение. Плохое. Понятно. Суги. Что угодно. Советую не тратить понапрасну время и не испытывать мое терпение. Даже у Исуги есть 2000. Их берем. Кикава. Даже вы здесь торговать. Словно честный воин у ворот. Пожалуй, лучше иметь дело с вами, чем с убийцей, лезущей через стену. Ладно, согласимся на 3000. Так, ну это пока все. Так, и вот что. Не знаю, автобоем что ли сыграть? Хотя они, наверное, отступят. Ну ладно, давайте проведем бой, и, наверное, это уже будет в следующей серии.